Изделия из белой ткани выглядят, несомненно, красиво, но имеют существенный недостаток. Они быстро загрязняются, а вывести пятна достаточно сложно. Однако все трудности преодолимы, и сегодня мы расскажем вам, как стирать белые вещи, чтобы вернуть им первоначальный вид и чистоту. К стирке белых вещей нужно подходить деликатно и с умом, иначе любимая вещь испортит вам настроение своей серостью или даже желтизной. Вода, в которую вы собираетесь стирать, должна быть мягкой. Для этого добавьте в нее 2 столовые ложки пищевой соды. Перед стиркой желательно хотя бы на полчаса замочить вещи в горячей воде с порошком или мылом. Независимо от того, стираете вы руками или в стиральной машине, не забывайте также и о том, что далеко не все порошки подходят для ухода за белой одеждой. Мы советуем не рисковать и стирать только специально разработанными для такой стирки средствами. Незаменимым помощником станет стиральный порошок концентрированной универсальной серии «Дом Faberlic». Содержит большое количество моющих компонентов, которые помогут вам справиться со стиркой минимальными усилиями. Он обеспечивает яркость и белизну вещей без серости и желтизны. Содержит экологичный кислородный отбеливатель для удаления трудновыводимых пятен, устранения желтизны и серости ткани. 800 грамм концентрированного стирального порошка «Дом Faberlic» равны 3 килограммам обычного стирального порошка. Оптимальная температура для стирки белого белья – 30 градусов, либо холоднее. При регулярной стирке с температурой воды выше 30 градусов белый цвет становится потускневшим, белье приобретает серый оттенок. Никогда не смешивайте в стирке белые вещи с одеждой других оттенков. Даже чуточку розовая или серая ткань может поделиться своим тоном с белой. Если необходимо отбелить пожелтевшее белье, то вам в помощь средство для отбеливания. Универсальный карандаш-пятновыводитель серии «Дом Faberlic» поможет справиться вам с самыми разными видами пятен без труда. Имеет сбалансированную формулу на основе современного экологичного кислородного агента, который освобождает кислород в процессе стирки. Действует как отбеливатель и пятновыводитель. Благодаря этому карандаш эффективно и быстро удаляет любые пятна от кетчупа, вина, кофе, чая и других распространенных загрязнений. Руками в тазу выстирать загрязненную белую вещь непросто. Это потребует от вас много времени и сил. Если есть возможность, то лучше отстирать изделие с помощью стиральной машины. Не пренебрегайте советами нашей рубрики, и любимые вещи еще долго будут радовать вас своей чистотой и свежестью.